В номинации «Лучший сотрудник» заняла второе место работника Анапского МФЦ Александра Бандурина. Итоги конкурса подвели накануне. Вручал награды губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил социальную значимость работы многофункциональных центров. Критерии отбора победителей были достаточно серьезные. Техническое оснащение, состояние помещения, соблюдение норм доступной среды. Но самое главное – время ожидания в очереди и обслуживание людей. В этом году Анапскому МФЦ удалось практически вдвое сократить эти показатели. В среднем ждать приходится 17 минут, а на решение вопросов уходит 15. Это значительно повлияло и на статистику. Если, например, в 2017 году нами было принято порядка 248 тысяч граждан в течение всего 2017 года, то на 1 августа 2018 года нами уже обслужено порядка 210 тысяч граждан. То есть до конца текущего года мы ожидаем прирост порядка 100-150 тысяч заявителей пройдет через Анапский многофункциональный центр. Основные услуги – это регистрация права собственности, то есть переход права, это переезд, это услуги Федеральной миграционной службы, это переезды на новое место жительства, это регистрация иностранных граждан. Опять же, проводился у нас чемпионат мира по футболу. У нас только в течение июня месяца прошло по регистрации иностранных граждан порядка 3000 человек. В ближайшее время МФЦ расширит перечень услуг. Теперь здесь можно будет получить загранпаспорт 10-летнего образца.